Доброе утро, друзья! Сегодня 26 октября, четверг. Сегодня день, так сказать, насыщенный. Продолжаем работу по устройству SWI. Вот. Сегодня еще в одном месте. Достаточно сложная заливка. Если отольемся, то будет дальше все немножко попроще. Вот. По ходу движения заливаемся. Вот. Сейчас выложу вчерашние зарисовки, как принимали бетон. Идет технология. Вчера выложил много роликов, некоторые набрали много просмотров, чуть меньше другие. В целом знаем, как хорошая, положительная, идем по нарастающей. Погода на Рельске: слегка снежок, слегка мороз, к концу недели до минус 20 будет мороз, поэтому потихонечку приходит зима. Вот. Настроение позитивное. Вот, я думаю, что сегодня мы не только с задачами справимся, но и в целом неплохо поработаем. Всем хорошего настроения, хорошего четверга, побольше улыбок. Два с половиной кубок. Сейчас вода выходит, снимать обходную трубу.